наш читатель в «Народные новости» прислал видео с регистратором, на котором запечатлен возмутительный поступок водителя автобуса номер 27 на пешеходном переходе. Еще один наш читатель прислал в «Народные новости» видео, как на улице Ленина у дома с колоннами на другом пешеходном переходе только чудом не сбили двух человек. А на Ютубе была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела дерзкое ограбление церковной лавки в Обнинске.